вальс Хачатуряна – визитная карточка оркестра, а маэстро Сладковский – папа. Творческое детище дирижера появилось на свет 5 лет назад и сегодня празднует свой первый юбилей. Молодцы, звучите прекрасно. О том, что он музыкальный папа, Александр Сладковский узнает от нас. Такое серьезное прозвище. Я думаю, да, это, наверное, с большой благодарностью я это приму. В мире молодежных оркестров единицы, и среди них теперь наш. Молодежным назвать его сложно. Здесь все больше детей, от 8 лет и старше. Говорит о том, что у нас есть будущее. Мне кажется, это самое главное. То есть идея была, конечно, не в том, чтобы воспитывать смену в госоркестр, но пока они еще вырастут, я думаю, много воды утечет. Идея в том, чтобы, конечно, дать им понять, что это то, чем они занимаются, это очень важно, это очень нужно людям. Несмотря на высокий статус юного оркестра, попасть сюда может любой, влюбленный в музыку. Это было одним из самых главных условий при рождении коллектива. Сегодня это 70 скрипачей и виолончелистов, что съезжаются на репетиции из Зеленодольского района и всей Казани. Мы, конечно, привыкли спорт высоких достижений, искусство высоких достижений. Я хотела бы напомнить, что в этом коллективе играют самые простые мальчишки и девчонки. Это учащиеся детской музыкальной школы. А это, я бы сказала, такой, это был настолько дерзкий план, который предложил Александр Витальевич Сладковский, который вызвал в рядах педагогов, директоров школ, знаете, смятение, такое недоверие поначалу. Даже были ребята, которые стеснялись того, что учатся в музыкальной школе, стеснялись своего инструмента. Потому что повально не секрет, что девочки идут на вокал и фортепиано, а мальчики идут на гитару. А выбрать инструменты симфонического оркестра, ну, это не самые популярные, скажем, инструменты. В России детских оркестров с недетскими амбициями фактически нет. Мама коллектива, художественный руководитель Светлана Лось, признается, оркестр – это великий труд. Только в день концерта дети репетировали около 6 часов. Например, в Волгограде они больше специализируются на детском таком репертуаре. У нас идет совершенно взрослый репертуар. Мы пытаемся детям привить вкус к действительно высокой музыке. Ну, это имеет свои плоды, потому что развивается кругозор очень, музыкальный кругозор. У них начинаются свои вкусы уже, высокие вкусы. И не каждый ребенок в соло как-то проявляется. Потом в музыкальных школах, выходя на сцену, ну что, они вышли, поиграли для папы, для мамы. Большой зал им не подвластен в школе. А здесь, понимаете, они играют в лучших концертных залах, они выезжают за рубеж, там они тоже играют. Ну, в прошлом году, например, у нас был концерт на главной сцене Диснейленда парижского. Ну, кому еще там довелось сыграть? Я просто был обычным учеником музыкальной школы, ну, нигде, в общем-то, меня даже на конкурсы не отправляли, а потом узнал об оркестре, и вот сюда меня пригласили, я здесь начал играть с 12 лет, получается. Что тебе дал этот оркестр? Ну, я научился себя чувствовать в коллективе правильно, то есть сплоченно что-либо делать, чувствовать музыку. Мы представляем свою республику, даже когда ездим за границу, и, в общем-то, мы... культурное лицо своей республики, я вот так думаю. Юные леди к зарубежным турне относятся по-особому, что называется «между нами девочками». В Италии мы получили первое место, и был восторг, мы очень все радовались, фотографировались потом, после этого. Вот. Ну, какая мечта, какой следующий город, какую следующую страну бы ты хотела покорить? Мы поедем... Я хочу во Францию поехать еще раз. Мне там очень понравилось. В Диснейленде играли. Яна Хазиева в оркестре с первых дней. Она одна из самых взрослых. Творит и работает, чтобы быть достойной оркестра самого маэстро. Мечта – остаться здесь и служить ее величеству музыки у многих юных дарований. Вижу скрипачка в первых скрипках государственного оркестра. Это
Татарстан. Молодежный симфонический оркестр Татарстана – лауреат нескольких международных конкурсов в Чехии, Италии и Германии. За 5 лет оркестр дал около 100 концертов на многих сценах России. Анжелика сегодня готовится к своему первому выступлению в составе оркестра. Здесь она одна из самых маленьких. Ей 10 лет. Я сюда очень хотела, потому что здесь очень красиво играют. А где ты слышала эти? Ну, я обычно смотрела это все в интернете или в Ютубе. Меня учительница пригласила на мастер-класс, меня Светлана Геннадьевна взяла в оркестр. Ты порадовалась этому или вообще ничего не знала об этом оркестре? Ну, я не знала, что меня позовут, но я порадовалась, когда об этом узнала. Один из самых любимых фестивалей оркестра – достояние республики. И это символично. За эти 5 лет они сами стали достоянием Татарстана. И вот что юные юбиляры думают об этом. Успех. Я считаю, что это единственные такие, ну, молодые люди в Татарстане. Достояние республики, ну, это мы – это будущее нашей республики. Некоторые люди из нашего оркестра приходят в другие регионы, их приглашают, например, в Московскую специальную музыкальную школу при консерватории. Но многие все же остаются в Казани и развивают татарстанское искусство как таковое. Самый большой предмет гордости мой в том, что это удалось сохранить и удалось превратить это в такой, знаете, значимый очень институт культурный, да, оркестр, который приглашают на мероприятия, на какие-то серьезные даже политические форумы и так далее, это уже немало. Свой праздничный концерт оркестр начал с любимого вальса Хачатуряна для самых верных своих почитателей. Светлана Спирина, Хамид Шамсиев, «7 дней».